продукт турецкого стола – это вот такие кексы. Необыкновенно, наверное, не передает светопередача в камерах. Примерно как темная смородиновая такая начинка. Если туда в тесто добавить, вот, то получится вот такого красного оттенка тортики. Ну, здесь вот на утром дают очму. Всякие плюшки с творогом, с сыром соленым. Ну, в основном слоеное тесто. Вот такие кренделечки. Пицца. Квази-пицца, прямо скажем. На слоеном тесте с оливками там какой-то кусочек. И вот такие вот вкусненькие улитки с творогом. Доброе утро. А еще вот такие вот булочки. Тут, тут похоже тоже с соленым творожком, с перчиком и с помидоркой такие шанишки. Ну вот очма, это то, что мы здесь распробовали. Вкусный сыр внутри, сыр, ну, творожный, скажем, сыр. Вот эти все плюшки, они однообразные, но по виду вроде как можно попробовать один раз.